Тихо. Я забыл кота, но я хотел посмотреть, что у него. Инфекция. В школу не опоздаешь? Рана глубокая, гноится? Не знаю. Ну это для кого? Для Нины? Кот опять цапнул. Да, цапнул. За руку. Кот такой дикий попался. А дома все лекарства закончились. Ясно. Привет ей передавай. Угу. А ты в школу не опоздаешь? Время-то уже. Я ни за что не опоздаю. Я без школы жить не могу. Рыжий, ты прости, что вечером не пришел. Думал, в темноте дорогу не найду. Интересно, сколько тебе? Месяц, два? Мне 10. Ты такой маленький. Где-то, наверное, тут в лесу твоя мама. Ищет тебя. Ты скучаешь по ней. Моя тоже где-то. Я тоже скучаю. Так, Рыжий, я, мягко говоря, не врач. Так что тебе придется потерпеть. Перекись щипит, но не сильно, обещаю. Давай лапу. Друг, прости, так надо. Вообще, я тебя понимаю. Я тут уже много был, тоже зарычать хотелось. Но иногда надо потерпеть. Ты сможешь. Зато знаешь, как быстро бегать будешь. Ну вот и все. Видишь, какой ты молодец. Я тебе курочку принес. Это хорошая книга. Тебе понравится. Мне мама в детстве читала. А сейчас что говорит, сам почитай. Ты уже взрослый. Жалко, она меня сейчас не видит. Слушай, я знаю, что тебе пришлось нелегко. И не дам браконьерам на тебя добраться. Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием.
Вот как случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника.